Друзья, огромный привет. Знаете, я опять в IKEA. В IKEA можно заблудиться, но это такой классный магазин. Я вам скажу, ребята, что без покупок тут нельзя выйти. Я уже столько сделал, я уже столько понабирал, и потом в конце видео покажу вам, или отдельно просто сделаю видео, что я накупил. Но хочу сделать обзор, небольшой обзор продукции в IKEA. Это поставщик, который привозит сюда товар без всяких накруток, поэтому здесь цены невысокие. Я вам скажу реально то, что невысокие, здесь адекватно, нормальные цены. Кому интересно это видео, оставайтесь со мной. Я надеюсь, это видео будет очень-очень интересным для вас. Ребята, мое внимание привлекло вот такая вот кухня. Гляньте, вот такая небольшая кухня. Я вам скажу, у кого, знаете, вот эти вот сталинки, как сейчас там называют, реально можно вот собрать вот такую вот кухоньку. Это все продается в IKEA. Ну, не буду сейчас останавливаться, но, гляньте, вот такая вот... Не буду трогать. Тачаночка, как она правильно называется. Все сложил аккуратно и положил. Просто обойдем сейчас, посмотрим по этим. По ценам немножко быстренько пройдемся. Вот даже вот, гляньте, вот эти вот зажимы. 49 гривен. Смотрите, какие классные. 30 штук зажимов. То есть 20 больших и 10 маленьких. Очень хорошая, адекватная цена. Вот такой набор емкостей. 39 гривен. Даже с прорезиновое дно. Тоже нормально, да? 10, 12, не пойму. А, вот так вот. Господи, я думал, что целый набор. Вот так вот, две штучки. Зеленая и белая. 39 гривен. Гляньте, какая корзина. Вау, просто класс. 229 гривен, вот это корзина. Ребят, здесь можно поскладывать, знаете, да хоть что хотите, то можно поскладывать. Что-то я вижу яблоки, апельсины в этой корзине. Кстати, классно, вот так вот на кухню, да, поставить. 229 гривен. Так, а вот эти вот, кстати, вот коробочки. А, 89 гривен две штуки. Понятно. Вот такая вот коробка. Даже не знаю для чего. Просто коробка. 89 гривен. Но мне вот эта корзина реально понравилась, друзья. Очень классная. Так, дальше вот это внимание привлекло у меня вот эти вот подставки. Как правильно они называются? Лотки для столовых приборов. Цены от 699 гривен. Вот так вот можно, видите... Вот так вот все поскладывать можно, но это пример, как все сложить, ну, тоже реально классные. Кстати, мне вот эти вот лопаточки нужны для сервировки салата. Где они тут найти их, где? Сейчас я их постараюсь найти их. Даже в цене я ошибся, не от 699, а просто, ребята, вот так вот оно, 500 гривен. Вот так вот можно, у кого чуть поменьше, даже в каждую полочку. Вот так вот, 499. Вот такие есть, чуть поменьше, по 100 гривен. Вот такие, а гляньте, какие подставки для специй. Да, 79 гривен. Лоточки, вот такие лотки, 279 гривен. Большие, вот такие, 279 лотки. Вот даже вот есть пример сервировки, чтобы вы понимали, как все складывать. Ну, это пример, да. Вот такие маленькие. Вот 19 гривен. 20 гривен, друзья. Вот такой лоток 20 гривен. Представляете? Нормально. 20 гривен. Чуть побольше 50. Вот такие по 50. Вот такие 40. Чтобы вы понимали. И вот такой большой 70 гривен. Да, цены, ребята. Адекватные хоть цены, друзья. Здесь тоже можно увидеть, как... для хозяек штанга, вот такая штанга для, даже не знаю, как правильно сказать, вот, например, да, если вы хотите сюда поставить какие-то эти ведерка, контейнеры разные, например, сервировка, поставить искусственный цветок, вот, например, или вот так вот еще какое-то кашпо сюда, ложки, вилки, допустим, да, или специи, или банки с чем-то. Вот такая вот еще идея, сколько этот контейнер стоит. 229 этот контейнер стоит. То есть по-разному можно. Или вот чашки как стоят, да? По-разному можно. Идеи здесь целая куча. По сервировке для кухни. Для хозяюшек набор тряпок. Вот таких тряпочек 3 штуки в наборе. Микрофибра стоит 49,90. Губки 3 штуки, 30 гривен. Ребята, коврики в ванну на любой вкус, на любой цвет, парарезиновые, качества хорошие. Ой, вот этот прям такой мягкий-мягкий. И зеленые очень красивые. Посмотрите, какие зеленые классные. Прям такая зеленка-зеленка. А зеленые классные, тоже прорезиновые. Цена 149 гривен.
Ай, мне вот эти понравились. Классные. Но они чуть-чуть подороже. Классные такие. Знаете, как эти червячки повылазили. Так, есть еще чуть подороже. Это вообще уже такие плотные-плотные. Можно сказать, на всю жизнь. 329 в 4 цветах. Тапочки 79 гривен. Как в этом. Как в отелях. Полотенца махровые. Тоже цены от 69-149, тоже в разных цветах, ребята. Даже вот такие есть. Помните, как говорила моя мама, вафельные, или как они там правильно называются? Вот. Тоже цены видите. Коврики, преддверные коврики. Тоже такие плотные цены видите. Вот самый простой 40 гривен. Такой самый простенький. Ну, уже получше. Ребята вас из-под дверей просто вынесут, эти коврики. Ребята, ребята, классная штука. Новинка, наверное, или шо? Подставка для мобильного телефона. Ставите сюда телефончик свой и все. Вот так вот. Поставили и все. Сколько она стоит? 69 гривен. Так, вот такие коробки можно купить. Они продаются в сложенном виде. Цену вы видите, 99. Вот такие сложенный вид. В сложенном виде они продаются. Есть вот такие, типа бамбуковые. Тоже, но они чуть подороже. 249. Есть вот такие. Это вообще классные. Знаете, как я говорю, по-богатому. Ребята, вешалки. Бюджетный вариант. Вот эти вот вешалки стоят 39 гривен, 10 штук. Конечно, есть чуть подороже. Вот такие, например, они стоят 149 гривен. Так, вот такие. Сколько здесь? 5 штук, 149 гривен. Есть деревянные, 8 штук, 149 гривен. Есть белые, 8 штук, 149 гривен. И вот такие большие, 15 гривен. Классная штука, экономит ваше место, ребята. Это подставка для ваших кроссовок, для вашей обуви. То есть сюда вы ставите один кроссовок, а под низ второй. И так сохраняется еще одно место. Несколько купили таких штучек, и сохраняется место для вашей обуви. 29 гривен такой модуль. Огромный выбор игрушек, ребята, вообще. Или я сюда не заходил. Гляньте, какие динозаврики. Динозаврики. 399. А это кто, поросята? Ой, какие поросята, ребята, 149. Еще динозаврики по 399. Класс. Опять поросят, опять динозаврики. А тут кто? Обезьяны. Обезьяна чи-чи-чи продавала кирпичи. Опа, за веревку дернула. И сама как... Вот, если вы хотите ребенка своего дать в экономичный, ребят, уже начинайте прямо сейчас. Отдавайте на... О, он даже работает. Уже прямо сейчас отдавайте, покупайте ему кассу. Ой, а тут, если вы уже хотите отдавать его в какой-то кафе-бар, 249 вот такая посудка. Гляньте, тут уже макароны даже есть, видите? Это что, вомбат? Это вомбат. 249. Кошечка 149. Ой, мы в детстве о таком только мечтали, о таких кухоньках. Мамаша, мамаша, мамаши, горшочки для ваших детей. 49 гривен. 49 гривен, бюджетная цена. И не ходите в дорогие магазины. 79 гривен для вашего ребенка, когда плачет, гляньте. Нормально. Вот такая вот мишка. 39 гривен, ребята. Гляньте, вот такая вот стаканчики пирамидки. 79 гривен. Вот такая вот пирамидка кольца. Ой, тяжелая. Чтобы ребенок развивался. 199 гривен. Вот такие вот развивающие забивать для мальчика. 199 гривен. Вот такие машинки. 499 гривен. Счеты. 349 гривен. Коврики детские. Гляньте. 249 гривен. С динозавриками. Так, а тут, ну, они запечатанные, понятно.
Гляньте, какой большой для головы. Я даже такого не видел. 499. Так, мамочки, смотрите. 40 гривен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть штук. Ого, а тут целая это вот. 40 гривен целый наборчик. Целый набор 40 гривен ложек. Вот такой 6 штук. Целый набор. Набор стаканчиков 6 штук. 40 гривен. Очень классный светильник, ребята, но цены я не вижу. Большой выбор разных ламп. 229 гривен. Я сюда зашел специально показать вам вот эту лампу из бумаги. Сжатой бумаги. Сколько она стоит? 499. Вот такие тоже интересные. 549. Вот этот тоже интересный, создает желтый свет. 429. А здесь как из Японии. 69 гривен, ребята, вот такие бюджетные светильники. Сумки для белья 279 гривен. Такие большущие, большущие. И даже можно купить картины известных художников. Ребята, у меня в комнате у мамы висит Мона Лиза. Ну, немножко поменьше. Гляньте, тут даже это. А есть, как его называется? Ван Гог. А вот это тоже продается. Тоже можно купить. 499 гривен. Вот такая красота стоит. А это рамки. Так, вот такие вот подставки для свечек, таблеток. Ребята, кто такое любит? За границей такое любят, ребята. Оно очень дорого стоит. Ух ты, оно что, на магните, да? Оно на магните. 199 домики. Есть вот такие вот свечки, таблетки. Ну, настоящие. А есть вот... Вот такие можно взять на батарейках. Так, ну понятно, в Юске очень, Юск богатый на свечи. Очень много свечей, обыкновенных, разных, в разных цветах. Так, вот такие, так, как они правильно называются? Фонари. 279. 199 вот эти белые, черные. Вот эти красивые. Ух ты, какие классные. 329. Большую свечу поставить. Красиво смотрит. А, вот сейчас стоит уже. Да? Да. Класс. И вот такой черный 429. Тоже интересный. Вот такие тоже интересные. По 79. А вот эти, друзья, я тоже в прошлый раз показывал по 29 гривен. Это вот взять какую-то прозрачную баночку, например, вот такую, или вазу, и высыпать сюда. Оно будет очень красиво смотреться, еще и пахнуть будет. Вот запах малины, очень красивые такие, знаете, разноцветные ягоды. Тут переливаются эти листочки засушенные. И вот такие вот еще есть тоже в таких пастельных цветах. Тоже 29 гривен. А пахнет они как ванила, или пахнет как катон, да? Ой, да, пахнет как картон, как хлопок. Да, как я уже сказал, огромный выбор свечей по 20 гривен разных. Но на свечах останавливаться мы не будем. И 49 гривен для свечек. Огромная такая плетеная ваза, или как она правильно называется. Так, декор, ваза, да, 649. Здесь тоже есть огромный выбор цветов. Можно выбрать любые цветы под ваш интерьер и собрать вот такой вот букетик. И поставить в вазу с вашего разрешения.
149 кувшин. Кстати, мне понравился. Подставка для свечей. Ну, я бы использовал сюда даже для искусственных цветов подставить в горшочках. Кстати, ребята, очень бюджетные вот эти вот для льда. И, наверное, тоже возьму 30-29. Хорошая цена. Сейчас жара, лето, для мохито, для холодного кофе. Возьмите себе. Друзья, нашел вот эти зип-пакеты. Ой, людям делать нечего. Нашел вот эти вот зип-пакеты, гляньте, а 25 штук 59 гривен. Ну шо он туда? Людям заняться, наверное, нечем. А 25 штук 59 гривен, ну понятное дело, уже эти зипы очень хорошие, эти себе брать на работу, детям в школу, да, и так что-то хранить в морозилку, замораживать. Вот такие чуть поменьше, 39 гривен, а 25 штук, вот такие 60 штук 69 гривен. Вот эти 79 гривен 25 штук, самые большие такие. 50 штук 89 гривен. И вот такие 30 штук 99 гривен. Это все продается вот в таких вот упаковочках. Вот таких вот. Очень практичные, как я уже сказал, да, и на работу, и в морозилку замораживать. Их берут, пользуются популярностью. А, вот такая вот полочка для бутылок, ребята, гляньте. Складывается вот она. Интересная такая, 299 гривен. Так, бутылки такие с пробкой, 3 штуки 89 гривен. Есть чуть побольше, вот такие 69 гривен. Что у них переливать, знаете, как, а чтобы не держать бутылки, эти уксусы разные, можно такие вот эти вот взять. А это бутылка, а 89, я смотрю, гляньте, на, прям на бутылке написали 89 гривен. Вот так вот она выглядит с этой, 89 гривен. Графин 119. Вот эта бутылка меня тоже так соблазняет, 79. Тоже классно. Я, наверное, ее возьму, друзья. Ой, была бы бирюзовая, я вообще бы ее забрал. Так, какая моя? Какая на меня смотрит? Какая на меня смотрит, ребята? Ладно. Вот это, да? Вот это на меня смотрит. Я тут уже кое-что прикупил, друзья. Я потом вам покажу свои покупки, отдельно видео сниму. И хорошо запакован. Вот так он запакован, хороший набор. Немножко дороговат. Бутылка для воды 99 гривен. Ребята, интересная. Даже есть такая вот... А, это все из новинок. Это тоже новинка. Бутылка для воды 69. А это что у нас? Тоже новинка. Банка с ставкой 129 гривен. А вот это вот тоже. Я смотрел на эту. Это бутылка с пробкой просто. 89 гривен. Интересные вот эти вот банки жестяные для чая. Кстати, очень хорошая цена. 59 гривен. Ребят, буду заканчивать видео. Времени нету. Хочу еще поехать в Юск. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.